Включу. Всем привет, всем здоровья, всем здравствуйте, всем доброго дня, так, хорошего настроения. Я просто у печки стою еще и в одежде, мне жарко. Вот. Это, все насчет вещей договорились уже точно. Вот. Наконец-то твои майки не будешь резать. Да, наконец-то я имею в виду майки резать не буду. Вот. Это, так. Это масло, это угостили тоже. Вот. Он насчет вещей ездил, договаривался, короче. Позвонила женщина, короче. Это, а там магнитик был вот такой. А. Упал, короче, рукой. На кулак, ничего, да. Фигня. Но она срочно позвонила, она сказала приехать. Это, к Новому году, как, ну вот. Она говорит, я наконец-то разобралась, я наконец-то это там начала разбирать вещи. Вот. Это. Так что я счастлива, это. Хорошо, магнитик. Красивый. Так. Вот. А это она к Новому году просто угостила. Как это? Она тоже обычно Новый год не отмечает, только старый. Она тоже не отмечает, да, только старый. Ну, а мы его не то, что отмечаем, мы чисто так вот. Картошку, дай бог, купим, отварим. Ну, я не снимать, я причёсан. Не причёсан, да? Я причёсан. Это. Ну, зато договорились все насчет вещей теперь. Хотя бы это. Хотя бы выяснили все насчет вещей. Так, всё, я причёсан, можно меня снимать. Нам нужно снимать качка. Ну иди, подойди, куда ты? Милюш, что-то камера как-то мутная прям. Да это из-за яркости их крошится. Да? Мутная и все. Может на паузу поставить? Тихо. Не фокусировано. Какая пауза? Как не фокусировано? Нет, все равно мутно. Это. Я, короче, это. Я к ночи. Да. Я хочу показать всем погоду, какая там погодка. Что там за погодка как-то? Ой. Пойду покажу. Там мороз и солнце, день чудесный. Да, приходится по компьютеру скачать, там кулер. А ты что закрыл баб на улице? Ну, она с Ольгой Викторовной там. Насчет этого. Закрыл, нормально. Ты мне уголь набирай, Миль, я сегодня ходил, короче, отколупливал там. Еле отколупал, подложил это. Как ее? Ты мне, пожалуйста, набирай уголь. Сейчас я чуть-чуть, можно отдохну? Сколько? Минут 10. Ну, ну чё, мы? Чё это ты с подарками? Чё? Чё, ничего, не через плечо. Купил лекарство, она, да? Дашь там одну пачку цитрика-то? Тогда, а то чё-то вчера голова тоже болела. Фильм какой-то смотрел. С Ричардом. Последний рыцарь, что ли, как-то? Еру. Это. Голова так болела тоже. А, Эмиль! За планшетами сидеть надо. Иди в Караганду. На, это. Ты какой-то комплексер. Это. Я как ее? Шо? Они шо? О! Вот эти вкусненькие. Спасибо. Тут масло с войсками. Пойду покажу, как там погодка. Стих это. Читать, что ли? Хотел стих прочитать, да? Ой-ой. Чего? Почему-то отсвечивает как-то на солнце. Тут нет солнца. Ну, есть солнце на улице. Короче, банал. Там цитрамончик туда. Ты что, одну пачку возьми? Я испарился, минометно. В обмен там, короче, обменяешься с ними. В смысле? Ну, ты ей это... А, все, понял. Все. Цибуля, а она тебе цитраму. Сейчас. Так. Вот они гоняются. Вот такая вот погодка.
А, воздух такой свежий-свежий. Иди в Караганду, у вас вон Навальный, гора. А на чердак они лазят, кстати. Им там тепло. Скачет, как лошадь. Того гляди, крыша обвалится иногда. Так, хочу стих прочитать. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как ени чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенье тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как ени чистой красоты, и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь. И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Вот такой стишок. Это я просто случайно наткнулась и решила его прочитать. Мне просто, ну как, ну просто понравилось, короче. Ладно, всем пока.